Ну от снега дофига очень тяжело выезжать, заезжать тяжело. Особенно по дорогам, не главным вот этим вот. Вот, опасаемся, что можем поехать раздавать еду и не выехать потом. Гребсти там и все остальное. Поэтому взяли, купили цепи. Ну, в надежде, что они нам помогут. Спасибо вам большое, что нас не бросаете, ребятки. Вам здоровечка, всего хорошего вам. Спасибо. Деткам вашим, родителям.